Нога одна должна быть две согнутые, одна наверху, одна внизу.
Это надо держать. Нет, нога должна быть. Но ты можешь вещь показать, блин. Я хочу. Ну ногу наверх подними. Дыми. Рука здесь, ноги здесь, и здесь, а вот здесь. Видишь, у меня по четверти больше. И здесь, и вот здесь. Вот так. Вот. Вот так и конечно. Мак, бросай. Я бросаю. Мои ноги вместе стоят. Ты ему скажи. Поэтому есть выведение с равновесия. Чуть-чуть раз право влево, ноги шире сразу ставят. Раз, шаг делаешь, да? Раз.
голову. Отпускаешь захват, держишь голову. Раз, ты говоришь, хоп, и держишь голову. И сюда я закрываю. Вот ты держишь захват. Делаешь шаг. Потом ты переводишь сюда. Когда ты выбиваешь, он не падает, а я чувствую, что он тут. Когда голова здесь, они ноги сами. Раз. Я хотел это сделать, он бежит. Зона обращается. Раз, голову. Так. Артур, ну ты? Вот, смотри, да? Вот, я все уже взял, не закинул. А что ты стоишь, блин? Вот эта рука, что у тебя здесь делает? Да ты что, девочка что ли? Вот здесь. Даже с девочкой обниматься так неудобно. Что ты руку здесь эту держишь? Тебе показал, что же бывает? Ты сейчас не улетел? Почему? Ваша рука здесь. Еще раз тебе показываю. Тебя что? Вот у тебя рука зашла. А теперь посмотри, если ты хочешь туда. Вот ты хочешь туда. Видишь? Вот ты борешься. Вот ты борешься. Если ты только дальше руку поставить. Вот, я дожду. А ты там ты ходишь. А что ты не бросаешь? Что ты стоишь? Ну, что здесь стоит? Да. Держи ногу, держи! Молодец! Все, мате. Сядь сюда. Значит, рука. И как? Теперь это рука, сюда, вот, раз, Ирина, пошли, стой за тряпку, вот, молодец, умница, а ты, что, вы работаете, Дан, сюда, Бас, сюда, Артур, сыну, 2 минуты боретесь, потом опять его разогреваешь, Бас отдыхает, и ты отдыхаешь. Хорошо, Виня, теперь смотри, ты уходишь на колени, там колени вниз, так, посмотри, цинь, ум, дой, ответный захват, просто бери здесь и лоб, просто ты, раз, все, дальше что, я хочу его туда бросить, если я ухожу в сторону, просто ухожу на рука, оп, на колени, руки. Беру захват. Можно сразу сделать. Он уходит в руку. Надо что сделать? Ему 40, смотри, руками. О! Теперь как? Делай ему. Интересно. Ну, это. Мате, столько. А вот должен уйти еще. Посмотри, вот ты стоишь. Вот, умница. Да. Еще 3 раза, и потом меняемся. Еще раз вообще. Ага, правильно. Что-то болит? Нет, скажи, если болит, то я просто по-другому немножко отдохнешь. Уходишь. Стоп. Андрюха, почему он правой рукой держит у тебя захват? Возьми, пожалуйста, правой рукой захват. Правой. Вот это, стоп, Андрюха, отпусти захват. Он не должен там держать захват. Стоп, Андрей, еще раз. Я тебе показываю, как он должен держать. Бери захват. Вот, он не должен так держать. Если он так сделал захват, значит, надо ему туда кидать, раз. Если он это, уже поздно.
Значит, двумя руками нельзя срывать. Так что можно. Или вот так держать, или вот так держать. И если он уже взял захват, то хотя бы чтобы он здесь держал, понимаешь, чтобы здесь держал. То есть закрывать рукой нельзя. Но поймать его здесь можно. То есть, вот. Даже если, вот если он взял вот здесь взял, да, вот здесь, не просто брать захват, а посмотри, просто отсюда. Оп, 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 отсюда, оп, оп. Постарайся, чтобы он не брал. Сделали? Да. Так. Вот сюда ставим. Да, сюда. Да? Да, да, что ты сидишь, быстрее давай. Помочь? Нет, все. Нет, Павлу. Встань сюда. А ты иди ко мне. Так, смотрите дальше. Вот сюда, встань, пожалуйста. Сейчас ты делаешь раз, два и перекатываешь встаешь. Раз, два на колено. И так. Еще раз. Раз, два. И становишься на колено. И на. Давай. Раз, два на колено. Нет, так. Вот, и сюда. Оп, и встать. Откуда делаешь сюда? Не спеши. Раз, раз, и перекат. Встал. Еще раз. Раз. Смотри, он делает. Раз, потом ставит колено. Давай. Раз, колено, рука. Вот так, вот так. И так, то будете. Так, и перекат, и встаешь. Стоп! Стоп! На то тебе. Серьезно? Ты когда борешься? Понял? Да, ты борешься. Да, он выше, здоровее, там вес больше. Он раз сюда. Вы кушали, интересно, но уже даешь. То есть ты вроде правильно держишь, а он как бы думаешь, блин. Да, ему могут дальше. Значит, но он может и бросить. Обязательно залезть. Значит, что нужно сделать? Эту руку. Сильнее. У него два шага, у тебя одно, да? У него же третий, ты два второй, то есть ты выиграл. Если 0-0, значит 1-1. Но зато ты не покажешь. Жены. Ну, да. Вот. Да ты тебе поймешь. Так, а ты вот сюда встань. А вот сюда вот. Нет, они. Вот туда, 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 подальше. Просто чтобы это видеть. Давай. Сделай. 5 раз тебя. Туда. 5 раз зря. Ушел. Раз, раз, и перекат. Колено и перекат. Руку не так, а вот так. По ладошку. И на ладошку. Оп, ладошку. О, хорошо. Биня, смотрите сюда. Смотрите сюда. Смотрите что? Эй, эй. Катерин. Катерин. Посмотри. Нужно что сделать? Надо, чтобы он вперед. Раз. Дальше. Вот у вас есть руки. Вот. Делаю шаг назад. Руки. Руки. Еще раз. Послушай, я взял захват. Мы взяли захват. Дальше. Отсюда. Маленькая шаг. Вот он сделал шаг. Теперь рука. Вниз, вниз. А это отсюда. Вот. И он сделал падение. Нет, не упасть. Делаем шаг. Один раз вправо, один раз влево, потом ему. Один раз вправо, один раз влево. Так. А, стой. Встань здесь, Катерин, а ты здесь. Делай ему один раз, ты ему один раз. Стоп, Мате. Мате, там Макс, ты можешь побороться сейчас? Можешь? Все, идешь сюда. Да, спасибо. Да, сюда идешь. Ты живой? Да. А еще все, боритесь. Идите сюда. Еще раз. Делаем. Раз, шаг. Нет. Теперь ты берешь. Я еще раз хочу дать один раз ты делаешь, один раз он. Стоп. Мотай.
зарплату отпустите туда.